Друзья, привет! Сегодня 20 августа и разберем с вами новости портала YNET. И видите заголовок тема дня: Афганистан, Шель, а Талибан. Афганистан, талибов. Можно так перевести, или Талибана. Сначала читаем заголовок. Талибан, бемацод, мибайт лебайт, теуд, тинок муавар, мяль, гадер тайл, лекохот арцот абрит. Талибан, бемацод. Мацод — это погоня, преследование, мибайт лебайт, из дома в дом. То есть они переходят из дома в дом, охотясь, на иврите слово лацуд — это охотиться, мацод — это как бы и охота, но как охота не на зверя, а преследование. Теуд. Теуд — это видео, от слова летаэд. Летаэд — это зафиксировать на видео. То есть это когда пишут теуд, это значит какое-то видео будет. Что-то, что попало на видео. Тинок. Муавар. Ребенок. Муавар — это перенесен, переведен. Меаль гадер тайль — через колючий забор. Лекохот арцот абрит — силам США. То есть его пытались спасти, и через этот гадер тайль, гадер тайль — это именно колючая проволока, тайль — это колючая проволока, через забор с колючей проволокой его виру, да, перевели. Читаем дальше. Аншея Иргун, шеишталет аль Афганистан, ифтиху, шеэйнам мехапсим некама, аваля мициют шона. Аншея Иргун, член организации, можно так перевести, люди организации, то есть Талибана, организации, которая взяла власть, ишталет — это взяла под контроль, взяла власть, аль Афганистан, над Афганистаном, и втиху, вот эти члены организации пообещали, ше эйнам, что не мехапсим некама, что не ищут мести, аваль амециут шона, но реальность иная, и реальность отличается, шона — это как бы другая, то есть на деле все по-другому. Кров мишпаха шель итонай германи нора ламавет бемацод ахарав умитработ аедуйот лехах шеаталибан мегабеш решима шхора. Кров мишпаха, родственник, шель итонай германи, немецкого журналиста, нора ламавет, был застрелен. Ламавет имеется в виду к смерти, то есть насмерть. Был застрелен насмерть. Бемацода харав — при погоне за ним. Вемитработ — и множатся. Множатся, становится, как бы расходятся. Эдуйот — свидетельство. Лехахше — тому, что Талибан формирует решима шхора — черный список. Мегабеш — это формирует. Еладим нимсеру лахаялим аамериканим бизде атауфа бекабуль. Дети были переданы американским солдатам в аэропорту в Кабуле. Бематара шеюалу альтисот ахилуц — с целью, чтобы были посажены на полеты. Хилуц — это эвакуации, то есть на вот эти вот вылеты, на эвакуацию фактически, да, чтобы они спаслись. Ну что, ребят, да, ситуация, конечно, со всех сторон, политических и социально, она не очень хорошая, но мы здесь не для этого, по крайней мере, не в этом формате. Я бы с удовольствием обсудил все это. Здесь мы для иврита. Что, ребят, мацод. Мы сказали, что лацуд — это охотиться на кого-то. Охотиться на кого-то в русском языке. В иврите мы говорим лацуд эд. С предлогом эд. Кого что? Лацуд. И отсюда слово мацод — охота, преследование. Теуд. Теуд — это глагольное существительное. То есть это
какая-то видеосъемка от слова летаэд. Летаэд – это зафиксировать на камеру, то есть на пленку, на видео. Тинок муавар. Муавар – это пассивный залог или страдательный залог глагола леавир. Передавать, переносить и так далее. Муавар – это передан, то есть ребенок передан через меаль. Меаль – это через сверху, имеется в виду. Гадер тайль. Тайль – это колючая проволока. Ле кохот арцат абрит силам США. Ишталет – аншей иргун, который взял власть над Афганистаном. Одним словом, взять власть, взять под контроль. Легиш – талет – корень. Шин ламет – тет. Окей, только в бинянит паэль он меняется местами с буквой Т, и поэтому получается лиш талет вместо лиит шалет. Лиш талет аль с предлогом аль. Как и в русском, взять контроль над. Эйнам мехапсим, бинян пиэль, лехапес, искать. И слово некама, отсюда слово мстить, линком. Некама это месть, линком б это мстить кому-то. Кому-то будет на иврите с предлогом «б» в данном случае. «Мециут» – реальность. «Шона» – отличается. «Коровмиш пахаша литона германин нора» – был подстрелен насмерть. От слова «стрелять» – «ли рот». «Ли рот» не путайте с глаголом «смотреть» – «лир от». Там буква «алев». А здесь именно «ли рот». «Стрелять» – корень «юд» – «рейш» – «гей». «Мацон» – «митработ». Смотрите, есть корень «раба». Множественный рабим, все это от этого слова. Арбе от этого корня, много. Леит, работ, это размножаться. Размножаться и множиться, поэтому множится как бы эдуйот. Эдуйот от слова свидетельство тому, ну или слухи. Можно перевести это как слухи. Тому, что ле ках ше, мегабеш формирует, ле га беш, сформировать, решима шхура. Еладим ним сэру. Нимсеру – это биньян нефаль. Были переданы от слова лимсор от биньяна паль. Передать. Кого или что? Йоалу. С целью, чтобы были посажены на... И смотрите, на иврите ла-алот – это сесть, подняться на полет. Ла-алот ла-тиса – это сесть на рейс. Тиса – это рейс. Полет – это рейс. Тисат хелюц от слова лехалец. Лехалец – это... Эвакуировать – это рейс эвакуации. И это самому сесть на, подняться на. Также мы говорим подняться на автобус, сесть на автобус. Ла-алот ла-отобус. Кого-то посадить на автобус, посадить на рейс, будет ле-га-алот. Окей? То есть уже глагол активного действия. Соответственно, кто-то будет посажен, это уже будущее время, страдательный залог. Йо-але, а множественное число – йо-алю, то есть айладим. Чтобы были посажены на рейс спасения, да, хилюц, эвакуации. И слово хилюц от глагола ле-ха-лец. Корень хет-ламет, цадий. Окей? Отсюда слово хилюц. На этом все, ребят. Если этот ролик был полезен вам, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте, включайте колокольчик, чтобы получать уведомления, ведь новости желательно смотреть свежими. Ну и, конечно же, присоединяйтесь к проекту «Тренажер иврита», где мы берем эти же слова и потом из них строим новые предложения, дабы отработать и запомнить лучше все новые слова и отработать правильный порядок.